Всем привет, меня зовут Дмитрий, это канал Кот ТВ. И сегодня мы пройдем квестик, называется он «На сцене за кулисами». Так, чайного доктора Лису из чайного дома Хэйе что-то тревожит. Так, что ж тебя это тревожит? Что это уже тебя тревожит? Пенис. Чем мы здесь? Да проще по лестнице подняться, сейчас мы полгода карабкаться будем. Это Сяо? Тут там еще карбуны. Ну, Бенис у нас такой парнишка, простой. Так, маленькая сцена. Атмосфера псу подходит. Ох уж эти артисты. Отправились в деревню Цинцы и найдите мастера Элю. Мастер Элю. Че, блядь, мастера тут? Одни мы. Хуем полвом. И торт так вообще. Забей просто. Пес, чисто. Сбегай, палку принеси, сбегай, еще что-нибудь сделай. Вообще с нами не считаются. Никакого уважения, никакого почтения. Здравствуйте. Мастер Элю. Мастер Элю. Вы объясняете мастеру Элю. Мастер Элю. Ты же присмотрит за мастерской. Хуй с твоей мастерской, ничего с ней не случится. Да юй. Хлопок, слышали, да? Он хлопнул, хлопок был слышен, сука. Все остальное вообще никаких, сука, звуков не было. Почему, блядь, хлопок, сука, есть? А всех остальных звуков нету. Вот это вот у меня вообще... Не люблю вот в побочных квестах вот это вот залупу, когда оно не озвучивает квесты. Вообще просто меня аж прям коробит. Сосновые древесины. А у меня, кстати, есть вроде три сосновых древесины. Чё? Красные краски. Вроде все есть у меня должно быть с собой. Ну, кто не знает, где искать, там, получается, в чайнике древесину в этом идете, херачите, да, на интерактивной карте можете поискать нужную вам древесину, которую вы хотите, если вы не в курсе, как это все работает. Вот, краску скрафтите в чайнике в самом. Так, дождитесь следующего дня. Окей. Та-ра-та-та. А скольки там надо было? Скольких? А вот шестих надо было, да? Люблю эти прокруты по два круга. Типа квест бы у нас не заработал, потому что мы уже с фазу следующего дня перешли. То есть это нужно опять сутки прокрутить, чтобы следующий день настал. Так, 5 минут. Не, 5 минут надо еще чуть вот так. Там же было с 6 до скольки-то, да, вроде? Или нет? Или да? Или нет? Или да?
Отправляйтесь в чайный дом Эхэйю. А чайный дом Эхэйю. Опять работать. Опять бежать. Чисто. Чисто псы просто. Просто гончие. Ну-ка, детвора. С ноги бы сейчас кому-нибудь в лицо. Шмака, блядь. О, пиздец был. Самое забавное, что во многих играх, если вы не замечали, да, такую тенденцию, нельзя ударить ребенка. Не знаю, почему и зачем это сделали. Ну, типа, а что здесь такого? Ну, это, типа, нормально. Почему бы по нахальной маленькой морде не заебенить разок? Правильно? Правильно. Когда еще напрашивается. Куда ты тычешь, блядь, старый? Начинается, блядь. Давайте не будем, пацаны. О, блядь, еще одна. Ебалашка пришла. Кокошники, блядь. Снимай его иногда. Голову там проветри, я не знаю. Что там вши уже завелись. Один вопрос, ей не жарко вообще? Мы этого никогда не узнаем. Учитывая, что на геоэлемент, в принципе, она не охлаждается. Значит, ей все-таки должно быть жарковато, мне кажется. Была бы она криво или огонь, типа... Ну, огонь и огонь, понятно. В принципе, устойчивость к огню, а криво может сам себя охладить. Ну да ладно. Заверите чай. Куда? Опять наверх надо? Ёпушки, ёпушки. Чем нам к окну надо подойти? А чай кто заваривать будет? Какой долговатый квест. Ну, по большей части долгий из-за разговоров. Которые, кстати говоря, не озвучили, блядь. Да строите уже, блядь, пиздоболы, лишь бы попиздеть, а? Работники хую. А чё мне, куда надо идти? С дороги, блядь. Бенис идет. Собрать доски. Отдай доски. Ёперный, блядь. Adventure time. На, с ноги, блядь, еще. Буду на детях отрываться. Тех же сдачи не могут дать. Так. Какой-то, блядь, он странный крюк, ну, сама полоса, она типа такая вот так и вот так пошла. Охуенчик. Почему бы и нет? Можно было и через всю Лиюе так просто, блядь, крюка дать нахуй, типа, блядь. Золотое кольцо по Лиюе.
Сейчас он, блядь, из трех досок, которых мы подобрали, блядь. Ой, блядь, вознаградители. Чем вы меня можете вознаградить? Морой? У меня мора и так до жопы. Концертом? Ну тоже такое сомнительное удовольствие. Нет, конечно. В смысле договорились, блядь? Тебе ничего не ответил. Так, подрёмная схема. А вот это уже интересно. Так. Так, квест закончился. Что нам дали? Нам дали Асяхему. Асяхема. Сцена Грюшевого сада. Стиль июнь. Хай. Чертеж декора. Вот это, кстати, прикольно. Можно. Нихуя не изменилось. Ну ладно. Ну, такой вот странноватый квест. Ну да ладно. Он входит, кстати, в репутацию. Или это последний квест, если вы, конечно, выполняли их до этого. Ну вот, как-то так. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч.